Люли. Такая не очень стандартная ситуация, когда у артистов происходит. Всегда начинаешь думать, так, как себя вести в такой ситуации, когда мало зрителей, мало слушателей. Ну, нам кажется, мало, да? Вот. А с другой стороны, я часто слышу высказывания умудренных опытом актеров, там, певцов, которые говорят, что если есть в зале хотя бы один зритель, то для него уже нужно играть. Не нужно играть, не потому что не хочется, можно играть. Так что у нас с вами сегодня такой совсем камерный, интимный между собойчик будет. Я вам хочу представить тех, кто будет сегодня играть. Это Дима Толбегов у нас на тромбоне. Просто мы должны с вами познакомиться. На гитаре, хотел сказать, бессменный руководитель нашего коллектива, руками водитель Александр с великолепной фамилией Радовский. На инструменте, который вы, наверное, многие не видите, но вот за мониторчиком, на самом деле на нем играет, на таком с виду, в общем-то, просто ящики играет. Это и есть ящик. Саша Ботвинкин мне подсказывает. Недавно, кстати, Саня выиграл этот ящик в конкурсе, другой ящик он выиграл, но, собственно, суть от этого не изменилась. Ящики. Так, стоп. С ними невозможно. Они всегда начинают что-нибудь импровизировать сразу на сцене. Так, кстати, насчет импровизации. Сегодня, очевидно, будет ее много, потому как у нас меньше ответственности. И, в общем, программа, которая... Все, спасибо. Все стоят в пробках. На самом деле, да, товарищи, где, куда смотреть, какую камеру? Ребята, мы начинаем. Начнем мы просто с какой-то импровизации, с музыки, да-да-да. И вы увидите, как музыканты на сцене учатся общаться друг с другом. Сейчас мы посоветуемся, как, что, где, когда, какой у нас предмет будет для импровизации, и сразу вам скажем, все это будет на ходу. Thank you.
Ну, да, вот такое мы посоветовались и решили, что у нас такие будут пробки. Причем на одной стороне, а на другой машине едут быстро. Да, это на одной стороне пробка, а на другой машине едут быстро, Дима мне подсказывает. Я знаю, что сейчас... Извини, Санька. Сейчас я как-то... Here.
Oh.
Вот это, вот это хорошо. Да, кстати, вот о том, как я сказал, что это хорошо, действительно хорошо, когда есть такой отклик. Я недавно посмотрел, скачал себе всю серию фильмов «Игры богов». Игоря богов, да. «Игры богов», если кому-то будет интересно, кому интересно, любопытно всегда узнавать что-то, что невидимо и неизвестно, я вам советую посмотреть этот фильм. Вот, и там одна из серий, один из актов, называется «Театр». Вот, не буду говорить, но вот когда мы вместе, когда мы начинаем вот это общение, когда вам нравится то, что мы делаем, а нам самим нравится то, что мы делаем, вот тут начинается такая очень классная, хорошая атмосфера. Я сразу извинюсь, наверное, но, может быть, за это не стоит извиняться, может быть, это нормально, но так получилось не у ребят, музыкантов. Музыканты, которые вот сейчас здесь, на этой сцене, это очень профессиональные люди, которые сыграли огромное количество разной музыки, просто каждый из них — это целый такой склад не наброшенных там вещей, а очень аккуратно расставленных по полочкам разных стилей, разных гармоний. Вот, я думаю, что... Да. Кстати, да, действительно, у нас с вами много общего. Ну, а моя... К сожалению, все мое музыкальное образование ограничивалось тем, что я в свое время влюбился в группу Beatles, и что сыграло со мной достаточно такой не очень приятную штуку, что я практически другого мало что слышал, поэтому заставляю всех ребят-музыкантов играть Beatles. Но мы его поем там чуть по-другому. Так что сейчас вот прозвучит композиция, написанная Де Джоном Ленноном и П. Олом М.А. Картони, которая называется «Nowhere Man». Your command. He is blind as he can be.
Сейчас у нас тоже будет такая игрушка. А, ну так вот, в играх богов там говорится, что от игры нужно получать удовольствие. Вот когда дети играют, они, если им не нравится, да, то они не играют. Если им нравится играть, то они играют. Вот мы сейчас попробуем получить это удовольствие от музицирования. Надеюсь, что вы тоже получите определенное удовлетворение. Сейчас будем импровизировать. Тебе звонят? Да. Вот, кстати, у нас тема. Пропущенный звонок. Да? Сейчас он закончится. А где он? Взять? А где он? Да, возьмите его. Thank you.
Все поняли. Попытка была рассказать, зачем я буренка тебя продаю. Вы извините, просто когда импровизируешь, отключаешь, да, и слова тоже импровизационные, поэтому иногда вот Сашка меня дергает, из меня иногда вылетают какие-то вот такие словосочетания. Так что, пожалуйста, я постараюсь быть корректным, но все-таки бывают такие моменты.
you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? I hope so. If I saw you in heaven, I must be strong. Carry on. Спасибо. Я вам хочу представить еще одного участника нашего сегодняшнего коллектива, который находится, лежит у меня буквально под ногами. Называется он Голем Диджитал. Кто знает фишку, тот поймет. Ну да, это уже Голем Диджитал. Здравствуйте. Голем, как ты поживаешь? Я поживаю хорошо. Поживаю хорошо. Ага. Что-то ты не очень хорошо поживаешь, по-моему. Сейчас, подожди, мы тебя перезагрузим. Не надо меня перезагружать. Надо, Федя, надо. Перезагрузили. Так вот, Голем Диджитал помогает делать следующие вещи. Ну, если, конечно, это надо, если, конечно, это нужно, если это, конечно, важно.
хорошо. Хорошо. Наверное, будет что-то смешное. О чем бы спеть? О чем бы спеть? О чем бы, о чем бы, о чем бы спеть? О чем бы, о чем бы спеть? I don't want to touch your heart. What about mine?
Спасибо. А не пора ли нам первое отделение заканчивать или как? Мы делаем два. Да? Ребят, давайте сделаем маленький перерывчик. Хорошо? Мы подготовимся к второму отделению наконец-то. Спасибо. Это уже никого не волнует. Массализм. А как вас зовут? Что? Как вас зовут? Как что? Вас зовут. Как нас зовут? Да. Как нас зовут? Как нас зовут? Как нас зовут? Как нас зовут? Нет, вы Коля, мы вас выучили. Давайте еще раз туда познакомимся, потому что пришли люди, которые не знают нас, а мы не знаем еще вас. Так, на тромбоне сегодня первое отделение хорошо, по-моему, отыграл Димочка Толпегов. А, как всегда, не ошибался во фразировках Александр Радовский. Не ошибался. Да. А, потрясающий человек, который... То, что он играет на кахоне, это не самое главное его качество. Перед вами сидит удивительный музыкант, который играет на перкуссии, но при этом музыкант. Он хорошо поет, он слышится, он гармоничный. Он пел все это время, но микрофона не было. Кому у тебя микрофон, Санька? Ты можешь его, кстати, давай, под это. Давай, давай. Ну, Хосе или там Доминго, и ты третий. А что? Давай вдвоем, давай на троих. Как у нас на Руси говорили, сообразим на троих. Кстати, очень интересное выражение, потому что изначально оно имело в виду совсем другое. Про вокалистов, на самом деле. Это про вокалистов. Так, Александр Ботвинкин. И поехали. Бразилию его не называть. Сказал я до сих пор не так. Да искренне. Массализм. Go.
Go, 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 go
station together forever in every my day to the sound of the man. Курочка, кашечка, крупаша, пишечка, курточка, бекочка, шляпа, тротейсерка, чупа, кашечка, крупаша, пишечка, 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 шляпа, тротейсерка, курочка, кашечка, крупаша, пишечка, 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 шляпа, тротейсерка, курочка, кашечка, крупаша, пишечка, 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 шляпа, тротейсерка, шляпа, тупочка. Все. Играть Габриэля позволил нам произвести. Спасибо тебе. Ой, пупочка у нас какая получилась? Массализм. Массализм он называет. Скажите, в каком стиле вы играете? В стиле массализма? Стал за решетку спасает. Поехали, братцы. На двух стульях сидит. Правда говорит народная пословица, за двумя зайцами погонишься, точно как-нибудь не туда сядешь. Алло? Нашу программу продолжает композиция из репертуара великого композитора современности. Не побоюсь этого слова сказать, философа нашей жизни, великолепного мелодиста и всякого иста, коих у нас на Руси много. Александр Радовский из собственной композиции. Слова народные. Thank you.
живем в России, то не спеть эту песню означает предательство по отношению к своему роду. Боже, что я говорю? Прощение славян? Нет, вы не поверите. Нет, точнее, когда я скажу, вы скажете точно. Потому что для России эта песня как для невесты жених. Найти ее не так просто. А вы слова ищете? В айподе, конечно. Просто так получилось, что раньше я пел все песни, не зная слов. И меня особенно не парило. Я что услышал в детстве, то и пел. Однажды на Арбате ко мне подошел иностранец и сказал: «А это вы сейчас Битлз пели?» Я говорю: «Да, он очень красивый, и слова какие интересные». О, нашел! Товарищ, давайте играть. Да, так вот, но теперь, выступая перед вами, я вынужден спеть эту песню на языке оригинала. You gave to me.
спросили, что все потом смотрят на Родовского. Одобрит, не одобрит. Нормально. Я ожидал, что такие. Ну, давай так споем. Ну пойдем, тогда пускай две песни будут вот такие вот у нас. Да. Да, давай так. Thank you.
просто тара-та. Получить настоящее эстетическое, блин, сейчас не буду говорить умные слова. Я вам хочу представить еще раз нашего тромбониста и просто нашего пулеметчика, я бы сказал, пулеметчика нашей тачанки Дмитрия Толпегова. Димочка, сделай для нас что-нибудь, покажи всякие фокусы, ну, все, что хочешь. Хочешь показывать, хочешь не показывать, шарики покидай, карточные фокусы, все что угодно. Дымину. Кости, мышцы, зубы. Какой кролик Костромбург? Кролик Костромбург. По-моему, не так заплатил. Ну что, все, выбирайте фокус. Все, все, что ты закажешь. Все оплачено, спонсоры уже оплатили. Давайте, давайте.
каком стиле? Очень хорошо, Саня прям шикарный, я не штучку. Сейчас, ребят, дай мне эту ноту какую-нибудь. Правильно. Вместе заканчиваем.
белорусских партизан. А, вот, вот, точно, точно, точно. Саша, ты гениальный. Знаете, мы недавно принимали участие в таком вечере памяти Виктора Берковского. Жил такой человечек в нашей стороне. Ну, чтобы, наверное, как-то вот вам стало понятно, это тот, кто сочинил по музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Прекрасно далекая поет. В общем, это такой человек, который написал, будучи преподавателем в МИСИСе, профессор, по-моему, был, да? Ну, в общем, высокого звания, он какое-то время взял, написал песни, и эти песни раскатились по всей нашей стране. И я помню еще, вот, и Саша вспомнил, как маленькими вдруг такие песни слушали, и вот нас пригласили на этот фестиваль, мы думали, что же нам выбрать для этого фестиваля. Но понятно, что надо петь его песни. Вот мы выбрали там две песни. Одну из песен мы вам хотим сейчас дать послушать. Сейчас каждому раздадут плеер. А мы пока не знаю, что мы будем делать в это время. Так, сейчас, ребята. Сейчас, так, так, сейчас, так, пук, так, так, да что ж такое-то? Пам-пам. Ага, сейчас. Давайте так. Поговорите пока, мужики. Как день пробился? Еще пробки стащили. Ты сколько? А я нет, я у нас полчаса. А у метро сложно. На метро, кстати, проще. Да что? Да. На метро сел и поехал. А в пробках что-то я не могу найти. Как она называлась? Прошу прощения, извините, что так задержка такая, но почему-то у меня даже было. Виктор Берковский. Слова? Он, кстати, слова чьи? Его же слова. Нет, его же слова, да? А, его полностью песня. Вообще он писал на стихи. Ну, вот такая вот. Угу.
Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику. И оба два сидим и радуемся оба. Старик себе заварит черный кофе, чтоб справиться с проблемой мировой. А пес себе всякие философии. Такая барбарская песня. Собачья жизнь. Вот такая собачья жизнь. А, что? Мы сейчас будем... А, давай другим. А, или мы уже потом. Поехали. Thank you.
Ребята, сколько времени, скажите, пожалуйста? Без 20. А? Без 20. Без 20? 11. 11? Да. Ага. Давайте тогда мы будем закругляться. И на прощание мы вам сыграем песню. Древняя цыганская песня. Нет, не про коней. Я сделал перевод этой песни. Саша Радовский ее гармонизовал. А? Я сделал с цыганского на русский. Такой вот у меня был. Да. Нет, не наоборот. Да, да, да. Вот. И мы хотим, мы этой песней практически всегда, ну, частенько завершаем наши концерты, общения, но а сегодня такая очень теплая атмосфера, такая немногочисленная, но очень хорошая, душевная, что называется. Вот поэтому эта песня будет вполне уместна здесь, сейчас, в этом зале для вас. И для вас, и для нас. Oh,
Спасибо большое. Дмитрий Толпедов, Александр Родовский. Александр Бабкинский, Александр Бабкинский. Если вы думаете, что я не Александр, то представьте Александр Родовский. Николай Масаевский. Спасибо большое. Всем всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. Еще что-нибудь осталось? Прям маленькая зарисовочка. На ход ноги. На ход ноги. На ход ноги. Да? Интересное словосочетание. На ход ноги. На ход. Одно слово. На ход ноги. Нога что-то на ход нашла. Так. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут девчат. Сзади мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай. Девочка, она тебе в школу.
Все, ребят, спасибо.